Ну, я полностью согласен с Вадимом Викторовичем. Сыграли очень качественную игру. А по итогам тура, я считаю, что закономерный итог. Мы вчера провели хороший матч, сегодня провели. Отмечу блестящую игру вратарей нашего Кирилла Щурка и сегодня Родиона. Готовимся дальше, работаем. Обидно, что не увезли победу отсюда. Спасибо Самаре за прием. Спасибо болельщикам, спасибо сопернику за игру. Присоединяюсь к тренерам. Много моментов, нужно работать нам над реализацией, завершением. Думаю, на тренировку поработаем над этим аспектом. Вот, и спасибо, все, не знаю.